Михаил Чекарев, судья маршал на старте. От его работы зависит очень многое. Проверяет расстановку мотоциклов. А вот вторая дорожка. Все в порядке, внимание! Внимание, судьи! Внимание, судьи! Остановка заезда! Внимание, судьи! Красный. Ну, дорогие друзья, Хенри Малинин немножко поспешил, наехал на стартовую ленту. А Николай Пузбаков, Россия, стартовый номер 17. Вторая дорожка, Михаил Зелепухин, Россия, стартовый номер 2. Третья дорожка, Дмитрий Буланкин, Россия, стартовый номер 3. И четвертая дорожка, Ян Пицина, Чехия, стартовый номер 4. Все в порядке. Поехали! Ну вот, трио россиян, как и предполагалось, ведут борьбу за главные очки. Дмитрий Буланкин несколько впереди. Михаил Зелепухин на второй позиции. А Николай Бузмаков на третьей. Да, лидеры заезда далековато уехали от своих оппонентов. Последний круг лидирует Дмитрий Буланкин, Россия. И принимаем, друзья, финиш. Так, внимание! Старт! Игорь Кононов возглавил гонку, но Сергей Макаров, он пока на второй позиции. Конечно же, будет пытаться объехать лидера, но не родились, друзья. Какая динамика борьбы в стане лидеров. Сергей Макаров перебирается на первую позицию, Игорь Кононов мчится вторым, Максим Корчемаха третий. И вновь смена лидера, Игорь Кононов на первой позиции. Ну вот, дорогие друзья, последний круг заезда. Все здесь как раз и решится. Скорее всего, на последних метрах дистанции. Смотрите, парами мчат спортсмены. Для лидеров последний поворот. Прямая, финиш! Зачем нужно? Итак, последнее мгновение. Поехали! Эдуард Крысов и Максим Захаров с первых метров дистанции завязывают борьбу за лидерство в заезде. Вот пока лидирует Эдуард Крысов, Максим Захаров на второй позиции. Вот Максим начинает активные действия. Пока ничего не получается. Мартин Лейтнер на третьей позиции. Пытается Максим Захаров широко заезжать по ледовому треку. Но Эдуард Крысов тоже довольно опытный ледовый мотоас. И дает возможность Максиму выйти вперед. Последний круг заезда. Что же будет на финише? О, финиш! На третьей находится. Все в порядке.
И старт. Михаил Богданов возглавил гонку было, но на выходе из первого поворота немножко Мишу бросило. Этим воспользовался Илья Дроздов. И вот сейчас, сейчас борьба. Борьба между друзьями. Между Михаилом Богдановым и Ильей Дроздовым. Мэтт Свенсон мчится на третьей позиции. Он уж наверняка вмешаться не сможет. Илья Дроздов лидирует, то Миша Богданов тут как тут опять выезжает на первую позицию. Вот сейчас последний круг. Ну, дорогие друзья, как я предупреждал, каждый из заездов сегодня по-своему будет интересен. Очень много россиян представлено в финале личного чемпионата Европы. И вот они-то как раз и задают тон. Принимаем финиш. Все готово к старту. Поехали! Андрей Гаврилкин возглавил гонку, Хенри Малинин на второй позиции, третий Мэтт Свенсон. Заезд, дорогие друзья, идет чередом, лидирует саранский гонщик Андрей Гаврилкин, он еще довольно молод, находится в стане юниоров, и вот это участие в соревнованиях чемпионата Европы, для него, конечно же, это прекрасная школа. Последний круг, еще раз напоминаю, лидирует Андрей Гаврилкин, Россия, принимаем финиш. Последнее мгновение, поехали! Михаил Богданов возглавил гонку. Рядышком Михаил Зелепукин. Здесь же, дорогие друзья, Сергей Макаров пытается вклиниться между лидерами заезда, улучшить свою позицию. Ну вот, спортсмен уходит на заключительный круг, по-прежнему лидирует Михаил Богданов. Последний поворот, прямая, финиш! Ну вот, старт. Да, Дмитрий Булавкин немножко засиделся на старте, но тут же уже на выходе из первого поворота перемещается на вторую позицию и пытается достать лидера, лидирует пока Игорь Кононов. Вновь борьба между российскими спортсменами. Заключительный круг заезда лидирует Игорь Кононов, Россия. Ну а что на финише? Друзья, в этом заезде должен был стартовать Максим Корчемаха, но вчера в борьбе
за третье место, за второе, четвертое места он упал, получил травмы вот сегодня, увы, увы, увы. Ну а между тем события на треке развиваются следующим образом. Максим Захаров лидирует, но, увы, он пересек внутренней линии трека, и его лидерство уже ни к чему не приведет. Последний круг заезда. Илья Дроздов получит главное при заезде на вторую. Борьба за вторую позицию еще, наверное, все-таки не завершена. Итак, принимаем финиш. Друзья, как и предполагалось, Илья Дроздов, Сергей Макаров вырывается вперед и начинает а борьбу за главные очки заезда. Лидирует Илья Дроздов, Сергей Макаров пытается более широко зайти по треку, объехать своего одноклубника. Последний круг заезда, надеемся, там-то все и будет ясно, только-только на финише. Но последние метры дистанции. Михаил Зелепутин возглавил было гонку, но Максим Захаров уже здесь, на втором повороте, сумел обойти соперника, но ситуация вновь улучшилась в сторону Михаила Зелепутина. Андрей Гаврилкин учится третьим. Ну а сейчас два саратовских спортсмена, Максим Захаров, Андрей Гаврилкин, будут пытаться поносить диверсант, в данном случае Михаила Зелепутина. Но Михаил уже довольно далеко уехал от соперников, тем более последний круг заезда, последний поворот, прямая и финиш. Дмитрий Буланкин возглавил гонку, Михаил Богданов на второй позиции, Каин Гюльди третий. Но пытается Йозеф Кройцбергер объехать Каинца Гюльди. Последний круг заезда, лидирует Дмитрий Буланкин, Россия. Что, друзья, финиш? Игорь Кононов, да, подзасиделся на старте, но как бы то ни было, друзья, он уже на второй позиции и начинает преследование Эдуарда Крысова. А вы
и борьба за третью позицию тоже еще далеко-далеко не завершена. Мэтт Свенсон пока учится третьим. Стали лидером, борьба еще не закончена. Последний круг заезда. Лидирует Эдуард Крейсов. Игорь Кононов пытается что-то сделать. Обойти лидера, но теперь уже вряд ли. Последние метры дистанции и финиш. Очень плотно стартовали россияне. Игорь Кононов возглавляет заезд. Максим Захаров на второй позиции. Михаил Богданов третий. Последний круг заезда. Принимаем финиш. Михаил Зелепукин сразу же устремляется вперед. А Николай Бузмаков на второй позиции. Мэтт Свенсон третий. Мартин Лейтнер перебирается на третье место. Заключительный круг лидирует Михаил Зелепукин, Россия. Принимаем, друзья, финиш. Дроздов выиграл старт, но рядом с ним и Дмитрий Буланкин. Здесь же Эдуард Крысов. И вот борьба за лидерство обострилась. Дмитрий Буланкин вырывается таки вперед. Последний круг заезда. Лидирует Дмитрий Буланкин, Россия. И принимаем финиш.
Сергей Макаров! Сергей Макаров выиграл старт. На второй позиции Ян Пицина. Третий Юджин Уронен. Ну, Сергей далеко, далеко, друзья, уехал от соперников. А вот борьба за последующие места на финише видно. Видно еще впереди вот Хайнц Кёльте пытается улучшить свою позицию. Сергей Макаров направляется на заключительный круг. Ну а тут, честно говоря, немножко тесновато. Ну, принимаем финиш Сергея Макарова. Серьезнейший. Один из серьезнейших. Эдуард Крысов возглавил гонку. Хенри Валенин на второй позиции. И третий мчится Айюсин Нурнен. Ай-я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 й. Внимание, судьи, внимание, судьи. Не повезло Хенри Малинину. Чего он самостоятельно что-то? Скоро. Внимание, внимание, скорая помощь, пожалуйста, на трек. Йозеф Кройцбергер, Юси Нуронен и Эдуард Крысов. Крысов! Фору дал! Непонятно, что творится с Эдуардом Крысовым. Наверное, решил этот заезд провести с гандикапом. Немного засиделся на старте, но как бы то ни было, именно россиянин Эдуард Крысов возглавляет гонку. Юси Нуронен на второй позиции. Заключительный круг заезда. Принимаю, друзья, финиш. Стартовый номер 16. Пукин. Ну, дорогие друзья, гонка идет своим чередом, но как бы то ни было, Михаил Зелепукин возглавляет заезд на второй позиции. Игорь Кононов. Третий лишь Илья Дроздов, но Илье-то надо бы постараться. Последний круг заезда. И финиш. Ну, сейчас поправят, что там? Ну,
борьба. Борьба за лидерство. Дмитрий Буланкин вырывается вперед на второй позиции. Сергей Макаров. Но тут уже рядышком и Максим Захаров. Бросило немного Максима на выходе с первого поворота. Усидеть-то он усидел, но эта заминка стоила ему второй позиции. Заключительный круг заезда. Вот здесь надо мне сейчас. Опять отдал. Принимайте Луховицы, четырехкратного чемпиона Европы. Михаил Богданов возглавил гонку. Андрей Гаврилкин на второй позиции. Дорогие друзья, интрига заезда в том, что если сейчас Михаил Богданов выиграет заезд, мы будем... Мы будем свидетелями перезаезда за бронзовую медаль. Уверенно Миша Богданов проводит гонку, дорогие друзья. Дело в том, что в прошлом году Михаил не выступал по состоянию здоровья, но вот в этом сезоне он вновь вернулся на трек. Ну, конечно же, год без тренировок сказался, но вот постепенно он все-таки обретает те спортивные кондиции, которые у него были раньше. Финиш! Ну, последние мгновения. Поехали! Михаил Зелепутин лидирует. Вряд ли, дорогие друзья, что-то уже поменяется в этом заезде. Сейчас спортсмены уходят на заключительный круг. И Михаил Зелепутин будет иметь бронзовую медаль. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй, ну что ж такое-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй, ну надо же такому случиться. Осталось-то совсем ничего. Четырехкратный чемпион Европы Дмитрий Буланкин! Дорогие друзья, за третье место бронзовой медалью Европейского союза мотоспортсменов награждается Михаил Богданов. Серебряная медаль вручается Игорю Кононову.
и золото европейского чемпионата. Дмитрию Булавкину, мой ракетный.